Всем привет, любители ароматного табака. Сегодня снова вам расскажу о сигаре. Сегодня у нас в гостях сигара B.G. Meyer стандарт ISU. Формат нашей сегодняшней сигары Robusta. Друзья, что ж такое B.G. Meyer? B.G. Meyer, друзья, это всего лишь одно из направлений, одна из линеек сигар Camacho. Очень интересная, друзья, сигара Camacho. На удивление, сигара Camacho с покровным листом Corojo является самым популярным роликом на моем канале, поэтому дикое какое-то количество просмотров там уже набрало. Ну, дикое я, конечно, имею в виду для своего канала, а не для всего YouTube, но почему так происходит, я не знаю. Это, видимо, надо у YouTube спросить, почему он в рекомендованных его ставит выше всего. Но, видимо, может быть, основателям YouTube этот ролик понравился больше. Итак, друзья, B.G. Meyer. Попробуем сигару распечатать. Друзья, сигара производится, напомню, в Гондурасе. Ну, на вид, друзья, все очень красиво, очень аккуратно скручено. Немного тут при транспортировке шапочка повредилась, но я не думаю, что это как-то скажется на курении. Покров матовый, такой антикубинский, в отличие от кубинских сигар глянцевых. Здесь прям матовый и, друзья, честно говоря, очень красивый лист. Ну вот это вот, друзья, мне, конечно, ну, новейшество не нравится, то есть надо что-то снимать перед тем, как прикурить. Крутка, друзья, у сигары не плотная, я бы даже сказал, мягкая, что, в принципе, наверное, свидетельствует о том, что все-таки тяга будет. Ладно, не будем загадывать. Такой интересный еловый аромат у покровника. Еловый лес. Интересно. Немного таких опилок сухих, древесных. Очень далекий орех. Ну, интересно, на срезе что у нас тут? Вот, друзья, на срезе тут мощно. Ваниль, шерсть, перец, но перец, слава богу, не острый. Да, друзья, на срезе шерсть доминирует. Попробуем сигару обрезать и зажигалку найдем, нашли. И прикурить. Друзья, как же удобно трубку зажигалками прикуривать. После предыдущего прикуривания зипа просто блаженство какое-то. Ну что, посмотрим, что нам Camacho приготовил. Camacho нам приготовил спазмную тягу, как я и ожидал, друзья. Неприятная тяга. Хотя аромат она, в принципе, дает достаточно. Начало не очень интересное. Перец, кожа. Немного рот подвязывает. Начинает тихонечко чернослив появляться. Я надеюсь, он оформится окончательно, потому что, мне кажется, он был бы здесь очень уместен. Немного сушит гортань.
соль, легкой натяги. Но начало не впечатляет, друзья, не впечатляет. Посмотрим, что будет дальше. В конце встретимся и какие-то уже итоги сигарет подведем. Итак, друзья, докурим нашу сегодняшнюю сигару. Что могу сказать о курении, друзья? Ну, чернослив из нее получился, но буквально на, наверное, меньше половины трети. Вот так, друзья, дерево, соль. В общем-то, как все было в начале, так и на протяжении всего курения продолжалось. Достаточно статичная, достаточно монотонная, достаточно скучная сигара. По оценке у меня получилось 22 из 31 балла. К сожалению, сигара, друзья, ну, даже отдаленно не напоминает сигары Камачо, что, в принципе, немного расстраивает. Спасибо вам за внимание, спасибо, что вы слушали мое мнение до конца. До новых встреч!